Ты присаживайся. Если ты не в курсе, я теперь частный детектив. Нет, я не в курсе. Я увидел то, что может тебя заинтересовать. Я знаю, каково тебе сейчас. Мой муж и твоя жена трахаются, Рэй. Чет, мы хотели эти полки у кассы поставить. Джуниор сказал поставить здесь. Я могу с тобой поговорить? О чем? Но ты никогда меня не поддерживаешь. Как сотрудникам меня уважать? Где тебя носит? Мы найдем деньги. Я хочу купить оружие. Мне нужно что-нибудь покороче. Ну, простите, что вы делаете? Что именно ты сделаешь? Застрелишь его? Взорвешь машину? О, боже. Тебя наняли его убить. Я не собирался убивать. Зачем ты следил за мной? Нет! А ты чего ждал, когда стрелял ему в голову? Сейчас я задаю вопросы. Кто убил Джеймса Барлоу? Ты кто вообще такой? Ты представь, мы ищем улики и раскрываем убийство. Будет что вспомнить. Отвечай, где деньги, гад? Где деньги, сволочь? Он точно что-то знает, я по глазам вижу. Однажды в Ларое.